слова. Изгнание из рая было разлукой слов со смыслом звука, где слов первичные значения являлись сущностью Творца, как миллионы отражений, и были тем, чему давали жизнь, не ведая стыда, не знав сомнений, не пряча в тень лица. Слова. Мне больно вашей болью. Где первый вечный ваш язык? В нем смысл есть звук, а звук есть воля. И слово вечно, словно миг.